Первая смена в ульяновских лагерях уже в самом разгаре. В Ульяновске работают так называемые дневные лагеря на базе школ и центров дополнительного образования. У нас работают и профильные смены, работают различные интересные программы для детей. И, конечно, большое внимание уделяется двигательной активности детей, потому что спортплощадка, занятия спортом на сегодняшний день является очень важной составляющей в развитии каждого ребенка. За организацией отдыха школьников пристально следят общественные наблюдатели. В лагере имени Деева на верхней террасе, например, проследили за питанием подрастающего поколения. Например, мы сейчас находимся на пищеблоке, в столовой вот этого данного лагеря. Очень понравилось то, что вот кухня как оборудована, по последнему слову, прям вот у них все есть. Посудомоечные машины, и картофельник тоже чистит, тоже специальные машины, как-то они облегчают труд вот поварам. И дети, я спрашивала и у детей, как они там, и нравится, не нравится им питание, они говорили, что им очень нравится, они с удовольствием ходят в эту столовую. Проверяющие осмотрели столовую, корпуса, медицинский пункт и территорию лагеря имени Деева, ознакомились и с документацией. Лагерь огорожен, в плане безопасности все, мы довольны этим. В лагере ремонт в этом году, вот на мой взгляд, хороший прошел. В корпусах вы видите, что лето очень дождливое и холодное, но в корпусах провели отопление. Мы зашли в корпус, где дети отдыхают, там тепло, уютно, свежо. Подобные проверки позволяют выяснить, соответствуют ли условия для детского отдыха санитарно-эпидемиологическим стандартам и предприняты ли достаточные меры для безопасности детей. Проверки пройдут в течение всего лета. Елизавета Шестопалова, новости Ульяновской правды.